Хей, йога, с вами Шмеки, мы продолжаем пройдить игру по названием Steam World Dig Deck. Да, это довольно жесткая у нас сейчас идут локации с вами. Ну, я думаю, мы с вами сможем это сделать. Я лестницу не купил, тихо, обратно. Я не купил лестницы, это очень важно. Поверьте, сейчас лестница — это очень важная вещь. Очень важные вещи. Потому что благодаря лестницам я хотя бы могу выбраться туда, где я. Хотя, блин, понимаете, в чем суть? Я просто теряю еще этот. Прыжки. Ну, типа, воду много. При использовании всяких там суперпрыжков, либо типа того. Нужно, короче, немного подождите. Хотя, ладно. Здесь, я думаю, лучше лестницу сделать вот так, проход себе. А вот теперь давайте попробуем. Отлично, все получилось. Очень хорошо у нас получилось. Тихо. Сфера. Мне интересно, сколько я здесь наберу. Так, уже сотка есть. Вот это, скорее всего, дорогой очень будет камешек. 150 и... 39. Серьезно? 39. GG. Что сказать? GG. Да, это можно пройти. Давайте на ту сторону тогда. Начнем пробиваться. В смысле? Я вверх стрельнул. Что за бред? Ладно, хотя бы не так сильно трачу воду. Там же этот был. Вот тусклый свет, да, и все. Да-да, я помню, я видел уже тебя. Ну, я думаю, может здесь? Или лучше около воды поставить? Около воды лучше поставить. Я сразу и водой наполнялся. Побежали вниз тогда. Или лучше не здесь.
Здесь слишком этих много. Давайте здесь, короче, поставлю. Хоп. Наберем света. Продадим все. Так, у нас 500. Это у меня как раз получается... Все, у этого больше ничего нету. У этого можно купить лестницу, телепорт. Ну и кирку боевую, в принципе. Так, вам пока не буду покупать. И у нас остаются качели, которые с левой стороны. В принципе, я могу юзать кулак. Да, все-таки он сможет мне потом достать. Ладно, копаем сейчас. Сразу воду наберу. Находим ниже. Нужно будет правую часть еще сейчас исследовать. Алмаз, алмаз, алмаз. Не алмаз. Не алмаз. А вот это топаз. Ну, почти как алмаз. Топаз почти как алмаз. Ах ты ж ё-моё. То есть он меня видит, он начинает ариться и бежит на меня. Хорошо, ясно. О, это большая сфера. Большая сфера. Так, давайте сразу на ту сторону. Так, тут ничего, но здесь есть. Там мужик. Ауч. Чё-то я упал довольно низко. Не, на самом деле уже можно бур юзать. Слушайте, а мне интересно, а если он не будет стоять на блоке? Он же тогда не сможет меня атаковать. Да-да-да-да. Все так, как я правильно подумал. Все так же, как я и подумал. Бац. Ладно, давай, все равно ты... А, ты сломал мне платформу, смотри. А, так я его бить могу. Даже так. Ну, если даже так, то сложности нету. Так, хорошо, у нас есть проход, который мне нужен. Я не понимаю вот эти кнопки. То есть я могу сюда пройти? Да я не могу на кнопки нажать, либо типа того. Да ё-мо. Какие-то лучи опасные. Спасибо
яички. Ема, вот это вот попало животное. Так, думаю, не стоит туда лезть. Думаю, не стоит туда лезть, и, конечно же, полез. Я задел. Пипец. Да убивай ты того. Давайте их, а потом меня. Вот сюда. Су-су-су-су. Не-не-не. Детектор минералов. Ух ты ж ё... Да ладно! Изи, ребят, все изи, изи. Теперь у нас минерал показан на карте. Это просто... Зайбомба. Теперь я вообще могу ни одного минерала не пропустить. Хотите, вернемся с самого начала, типа, и до самого низа? Чтоб точно было 100% всех предметов найденных. За что, по сути, этого мы можем запросто сделать. А, там просто зомби. Там просто зомби, тогда нет. А как мне туда попасть? Я понял. Я вас понял. Так, где там мой суперкулак? Плюс 200. Мы сейчас просто можем все секреты находить, понимаете? На большие суммы. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Кулачок. Должен завести. А, оно полностью отключает. Чисто все отключает, окей. Опа. Па-па-па. Проблема. В данный момент у вас проблемы. Что мы делаем? А я не знаю, что мы делаем.
на кулачок, мне кажется, не достанет. Да, он не достанет. Можно вот так попытаться. Вот опять он стреляет не туда, куда мне надо. Сука. Я хочу тайник найти. А вот как его найти? Вот это уже сложно. С какой он стороны тоже сложно понять. Но я понимаю точно то, что я буду сейчас его пытаться найти. Потому что это ценный предмет. Очень-очень ценный. Не знаю, но еще есть вариант, это с бомбой. Опа! А кто только что спалил информацию? О-о-о, кто спалил информацию? Где находится этот тайничок? Ты спалил информацию. Шатчик. Ну все, гоу выбираться на поверхность. У меня то, что уже фул слоты. Ага. Ага. Да, наверное, я думаю, нужно вернуться в самое начало. И раздобыть чисто все-все-все камешки. Но мне нужен портал. А животные ли они поумнее? Блин, опять революционное что-то там создание, которые типа та-та-та-та-та-та-та. Это еще более странно, чем технологии, которые мы находили раньше. Все детали этого устройства я увижу в первый раз. Оно питает какой-то странной силой. Другие штуки используют лишь совершенствованную паровую технологию. А это что-то совершенно новое. Я даже не могу понять, что, откуда это берется. Думаю, я назову эту силу электричеством. Чего тебе? Вот видите, блин, я просто... Ладно. Не-не-не, не стоит покупать. Конечно, там, блин. Тем не менее, это так, исследовать, ты уже нашел множество отличных вещей, напарник. Как говорится, дерьмовому паровому коню в зубы не смотрят. А, у тебя что, точно ничего ж нету. Видите, у них все равно с ними есть диалоги, типа сюжет. Все эти инструменты, что ты нашел, должны облегчить компанию. Просто не забывай о своих внутренностях. Истинное сердце обладает не меньшей важностью. Зачем кому-то там жить? В грязи и темноте. Я полагаю, что они там все очень некультурные. Вы согласны? Так, давайте смотреть, что у тебя есть.
Поехали. Так, стоять. Мы же договорились идти сразу вниз, да? Поехали. В принципе, мы можем просто под себя копать. Как бы. Все равно ничего не даст. Так, еще вижу. Ну да, это, видите, мы локацию более-менее всю исследовали. Водичку наберем. И дальше пойдем. Ой. Ой-ой-ой. Так, телепорт. Что у нас с этой стороны? Так, тут ничего. Идем ниже. Так, мы продвигаемся уже к бомжам. То есть довольно быстро, как вы видите, мы пробежали. Мы почти ничего не упустили. Мы почти вообще ничего не упускали. Боже, может мне еще в эти заходить? Стойте. Я сейчас одну вещь понял, что в этих же тоже есть секретные проходы. Первых домиков. А, ну это головоломки. Потому что поэтому проходы мы тоже будем с вами забегать. Отлично. Мы с вами, считайте, что наизусть сделали. Отличная работа, все откопали. Ничего не упустили. С той стороны что есть, нет. Ну, видно, что мы с вами тщательные шахтеры, да? Чего не упустили? Здесь, мне кажется, вообще даже ни одной не теряли. Или все-таки сейчас, знаете, такой накаркал, такой бац, и нашли одну. Да, нашел я. Найс. Ладно, это сюда лучше не идти. Но это, знаете, это походу этот, сфера. Может, она там одна и в середине. Если это сфера, это очень хорошо. Ой, бля. Нет, ни хера это не сфера. Зря бомбу потратил. Так, еще бежим. Еще вижу. Так, погнали в проход.
тоже тут ничего нету. Все, уходим. Так, ну тут чисто только телепорт наш. Кислотные озера. О, вижу места. Вижу местечко. Тихо. Ладно, плевать. Нормально идем пока что. Так, здесь что у нас? Так, раз, два. Бам. Бери. Ловушки, ловушки. Да, видеть там что есть. Нужен свет. Согласен, нужен свет. Свет. Вот и свет. Чего? Серьезно? Бам. Бля. Бам. В виде стрелочек, смотрите, сделано. Видели? Нихера себе. И замечу, что это только можно увидеть, если у нас этот есть. А там же нигде не пройду, да? Блин, я сдохну. Могу. Я очень могу сейчас сдохнуть легко. Опа, стоит там сфера была. Как туда попасть? Я уже не помню. Там, кажется, нужно было нам взорвать с помощью кулака. Не, стоит, нам нужно было тогда запрыгнуть туда просто. Ай-яй-яй-яй. Самое опасное место. А что здесь было? Подождите, я не помню уже. А, все. Как я сферу забыл забрать? Бец. Как можно было забыть сферу? Свет. Бац. Давай взрывчатку. Нет. Ну типа дальнейшее я не знаю, как там проходить. Я понимаю, что дальше у нас этот идет с вами.
Может здесь где-то. Тихо. Ё-моё, и что мне делать? Я просто, блин, не врубаюсь. Типа, как мне от стенки допрыгнуть на другую стенку? Типа, это невозможно. Типа я могу отпрыгнуть, но а дальнейшее что мне? И все. Просто я выше не попадаю. Ну короче, я понял, идемте дальше. Нам не нужен свет, у нас есть радар. Нам не нужен цвет, у нас есть радар. Слишком сложно. Способность ре... Вот. О. Плюс деньги. Поехали. Так, нет, стоять. Мне нужно сюда. Мы еще до конца не изучили. Потом закончим. Давайте дойдем до нашего телепорта того и закончим. Блин, если по карте смотреть, то мы тут все изучили. Мы нашли. Ну, как раз мы дошли до того места, где наши этот. Бац. Плюс сфера. Это единственное место, которое я не могу там туда дойти, и все. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.